тебя, как удав на кролика. Характер принцессы видно сразу. Капризный. Все ей не так. И замуж она не хочет. Зато на ней хочет жениться принц, роль которого играет Александр Булычев. Парень признается, игра на сцене в благотворительных целях – несказанное удовольствие. Мы собираем деньги на реабилитацию девочки после операции. Ну, это, конечно, дает чувство, энергию такую, что это куда-то во благо пойдет, придает силу какую-то. Не найду себе я места, для меня ты как звезда, что на небе засветилась в день, когда увидел я. Накануне сыграть музыкальную сказку решили дважды. А все, чтобы помочь трехлетней благовещенке Нелли Жайворовой. Девочке с диагнозом ДЦП нужно 520 тысяч рублей на реабилитацию. Девочка очень способная, хорошенькая. Всегда рады откликнуться, помочь. Я детям предложил, говорю, давайте, ребята, вот в январе покажем на Старый Новый год спектакль, два спектакля бесплатно. Они с радостью билеты распространяли сами артисты. Как бы нашли очень много желающих попасть на этот спектакль и помочь девушке. На реабилитацию в Китай Нелли нужно ехать уже в марте. Сколько денег на это понадобится, благотворители намерены уточнить в ближайшее время. Если собранной суммы не хватит, этюдовцы покажут еще одну постановку в феврале. Только вот какую, еще не решили. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город».